Всем привет! Хочу показать вам одну штуку, которую я притащила вчера с дачи. Посмотрите. Это арбузик. Представляете? Он, короче, не успеет вырасти. Не знаю почему. На пакетике с семенами было написано супер ранний и все такое. Посадила я его в срок. Но, видимо, из-за влажности низкой, почему у нас очень засушливое лето. Не знаю, почему так случилось. Не успел вырасти. Я его посадила в горшок, притащила домой. Не знаю, зачем он у меня на балконе. Такие у него плети. Немножко подвял. Сейчас я его полью. Ну, не знаю, для прикола показать малой. Сейчас его полью, может быть, он отойдет. А может быть, и умрет. Что будет, то будет. Так что, такой прикольный арбузик. Мне его было жалко оставлять. У нас уже очень холодно вечерами и ночами. Он бы просто там замерз. Уже сентябрь месяц, уже конец сентября месяца. И появилось вот такое вот маленькое чудо. Я его принесла вечером и забыла полить. Он, конечно, подвял. Корни там не такие уж и большие. Муж говорит, куда тебе его на балкон, массивное растение и так далее. Ну, посмотрим. Посмотрим, что будет дальше. Че ты мостишься? А малая у меня даже сразу и не поняла, что это арбузик. Она смотрела, смотрела. Потом я же говорю, арбузик. Ну это арбузик, вау, класс, класс. Такой хорошенький, такой маленький. Да? Арбузик? Ну да, ты еще в него залезь. Любительница горшков. Все горшки мне перевернула. На кухне, куда ты лезешь? Что есть у меня тут один котенок, поросенок. Это ты сделала? М? Кто сделал? Там у меня лилии. Высажу их сегодня. Салатовая лилия садовая, красивая. Тут у меня гиацинты. Чуть-чуть их просушу. И эти гиацинты я буду использовать для выгонки в горшке. А потом для подарка в дальнейшем. Тут цвет желтый, малиновый и синий или фиолетовый, не помню уже. Как это будет выглядеть, я вам покажу. Вот картинку ставлю. А, да, еще вам покажу. Моя розочка дала бутон. Представляете, сиреневую, которую вам показывала недавно видео. Ставлю ссылочку. Боже, не прошло, не знаю, очень мало прошло времени. Наверное, неделя. Ой, я вам обязательно покажу, когда она расцветет. Также у меня цвела весной гортензия розовая. Она стоит там внизу. Вот тут у меня стоит гортензия розовая. Она весной очень красиво цвела. Очень красиво.
Хотя я ее покупала как голубую. В конечном итоге она у меня зацвела розовым цветом. Куда ты лезешь? Вот куда тебя тащит? Боже, это не кот, это просто я не знаю. Вы себе не представляете, какая она любопытная. Это мавпа. Вот хотите обезьянку? Пожалуйста, обезьянка. Куда ты лезешь в этот арбуз несчастный? Господи ты, боже мой. Боже. Так, уходи. Все, мои хорошие, мои любимые. Всем пока и до новых встреч.